Только что мне позвонила женщина из Бинбанка с очень заманчивым предложением стать VIP-клиентом. Я что-то не понял вообще. Значит, она таким ласковым, медовым голосом говорит: вы станете VIP-клиентом, у вас будет отдельный менеджер. У вас будет доступ в VIP-залы всех аэропортов, VIP-залы, значит, поездов, значит, вокзалов. Вы будете там суперклиентом нашим, если купите пакет, который мы разработали специально для вас на специальных условиях. Он дает потрясающие какие-то, так сказать, там выгоды. И просто суперский пакет, вот, и его стоимость всего 1900 рублей в месяц. Я что-то не врубился, я говорю: чё? Вот, но он может стать бесплатным, если вы положите в банк 600 тысяч рублей, будет лежать на этих счетах в Бинбанке, либо вы будете пользоваться этой картой постоянно на сумму там от, по-моему, 150 тысяч рублей. Пользоваться постоянно. Кэшбэк там, ну, в общем, так сказать, не очень. Я не знаю, ну, я отказался, потому что такие грабительские деньги, ну, смотрите, у Бинбанка есть огромное число офисов, там, сказать, у Бинбанка есть проблемы, и, как бы, ну, Бинбанк говорит: а давайте мы вас назовем VIP-клиентом, а вы нам за это будете платить бешеные деньги. За то, что вот, чтобы мы могли содержать эти офисы. Ребята, блин. И вы мне говорите, что Тинькофф Банк после этого плохой. Я от Тинькофф Банка получаю прибыль, понимаете? Просто элементарную прибыль. 500 рублей в месяц я получаю от Тинькова, а там 100 рублей плата ежемесячная. То есть разница в 400 рублей в месяц я получаю от Тинькова. У Бинбанка я заплачу 1900 рублей в месяц. Что я получу там? Ну, 400 рублей. Не. Вот скажите мне, пожалуйста, если кто-нибудь есть клиенты, VIP-клиенты какого-то банка, скажите, в чем кайф? Напишите в комментариях, пожалуйста. Вот я не понимаю. Я не понимаю. У меня есть знакомый, который говорит: я VIP-клиент, у меня там золотая карта Сбербанка. Напишите, в чем кайф быть VIP-клиентом? В чем кайф? Положить 600 тысяч рублей в банк под там 6% годовых? У меня на фондовом рынке 14% годовых. И я не плачу там никаких денег. 14% годовых, 20% годовых, 30% годовых. Это просто не заниматься трейдингом. Это обычные инвестиции на фондовом рынке. А тут 6% годовых на уровне инфляции, и я еще буду за это платить? Пожалуйста, ну, кто-нибудь напишите в комментариях. VIP-клиенты, ответьте. В чем кайф? Может, я что не понимаю?